Привет, друзья! Так вот, я нахожусь сейчас на Авенида де ла Вердаде. Это проспект Свободы называется. Вот она начинается отсюда. Да, вот с площади Рошто Рударыш. И вот метро также называется Рошто Рударыш. Рошто Рударыш, скажем так, оно метро как раз на площади, прямо с самого начала, и вот она так выглядит. Две стороны у нее, да, пешеходные, вот я иду по правой стороне, там еще с левой стороны такая же пешеходная зона. Она тянется 1,5 километра, я хочу пройтись по ней, преодолеть 1,5 километра, хорошо, что не в гору, а прямо просто. И ширина 90 метров. Здесь очень красивая мозаика. Если вы будете ехать из аэропорта в центр, вот исторический центр, вот как мы ехали до улицы Аугушта, вы как раз будете проезжать по этой улице. Я ее узнала. Я просто тогда не могла вспомнить ее название правильно, как прочитать. Такая она. Здесь кафешки. Можно посидеть, отдохнуть. Пофотографироваться у памятников. Ну, сейчас, конечно, не сезон, да. Не особо красиво смотрятся улицы, я так понимаю, в камеру. Потому что деревья голые стоят, а сейчас... Ну, скажем, на тот момент, наверное, когда это видео появится в интернете, уже будет март. Потому что сейчас я его снимаю, это вот прям вот последние дни февраля. И не успеваю я просто закидывать все видео. Очень долго грузит этот интернет. Я не хотела бы сказать, что он здесь очень медленный, в Лиссабоне, но как-то вот не получается быстро загружать видео. Поэтому вот, я думаю, летом это очень красиво. Здесь все зеленое, все будет цвести, травка зазеленеет, цветочки. Я думаю, будет очень красиво. Так, а я продолжаю свой путь. Хочу пройтись по магазинам. Говорят, здесь магазины неплохие должны быть. Правда, дорогие, но посмотрим. Если что будет интересно, я, конечно, попробую снять. Ну а так, я, наверное, увижусь с вами только в конце уже этой улицы. Пока. Решила немножко заснять. Здесь вот небольшой такой прудик. Дальше там у нас фонтанчик. Вот. Что интересно, это на этой стороне. На той стороне также фонтанчик. Тоже видно. Сейчас я его попробую приблизить. Что ж, я продолжаю дальше свой путь. Здесь есть метро Авенида, то есть можно, да, да, это синяя линия, по-моему, доехать также можно. Это где-то вы не туда, не сюда называется, по-моему. Так, ну да, вот я уже прошла, там остались позади магазины Gucci, Mia Mia, Boss, то есть действительно здесь находятся такие брендовые магазины, да.
Ну, конечно, наверное, надо сначала по одной стороне идти, а в обратную сторону уже по другой. Конечно, очень широкая улица. Такие развалившиеся домики здесь тоже встречаются. Развалины. Продолжаем дальше. Можно увидеть такие высокие пальмы. Аллея высоких пальм. Кинотеатр. Сен-Жорж. Я до площади маркиза Помпаля. Здесь же и стоит статуя маркиза. Очень оживленная здесь площадь, да, много машин. А уже вот позади площади начинается парк Эдуарда VII. Прямо здесь вот заканчивается у нас эта площадь, проспект Свободы, да, Авенида Либердады. Вот. Такой вид. Вот и все. Мы прогулялись сегодня по Авенида Либердады, проспект Свободы. Площади Рош-де-Розеруш до площади маркиза Помпаля. Все, спасибо за то, что смотрели, и надеюсь, до скорой встречи. Пока!